Итак, друзья, в одномоторнике хочу поделиться таким бытовым видео. Я завершаю сезон, а завершаю я сезон всегда со своими друзьями. Это Сергей, вот, за кадром отшвартовывает Василий. Вот, другие друзья не смогли присутствовать на этих покатушках. Вот, ну мы прошлись по Москварике, это моя лодка Прагматик 610 под Honda 135. Она у меня в продаже. Вот, в сезон-то я провел на своем байлайнере, естественно, с семьей. А это так стоит здесь, на Островецкой Луке. Мы иногда катаемся на ней. Ну и сейчас мы, собственно, пойдем назад и посмотрите кадры нашего, так сказать, прохода. Давай, давай. Все, встал? Ага. Хорошее дерево. Да. Всем привет. Отлично. Мы стояли у небольшого островка тут, в Москварике, чуть подальше Жуковского, в сторону Брониц. Покушали. Вот, и пойдем не торопясь домой. Ну, мы идти будем медленно, но сейчас я хочу продемонстрировать выход на глиссер. Лодка сейчас загружена хорошо. Я 90 килограмм, Василий 90. И Сергей Васильевич у нас... Сколько? 115. Ну, грубо говоря, хорошая загрузка. Семья, можно сказать, на лодке. Глиссер с загрузкой почти 350 килограммов, ребята, без проблем, без проблем. Давайте еще раз, мне понравилось прям. Готовы? Конечно. Я открою вот так. Была 60, тахометр показывал 4000, но тахометр врал, я думаю. Но 60 вы все видели. Ну а теперь мы до такой небольшой скорости пойдем
домой, а вы это все под красивую музыку увидите уже в ускоренном виде, чтобы вам было приятно посмотреть. Друзья, лодка «Огонь». Напоминаю, она в продаже, и у вас есть еще возможность даже на ней прокатиться. Все, класс. Слушай, отожгли мы, да? Это загрузка. А мы вдвоем с Владимиром 70 шли. Ты не помнишь, какая скорость, я тебе говорю. Дай пробить. Давай. Оп. Оп. Все,
Отлично. Отлично. Ух! Ну что? Отлично! Ну мы накатались! Нет, надо чуть-чуть послабже сделать. Да, послабже? Да, то видишь, она это какое-то. Ага. Корму не подтягивает. Все хорошо. Не-не, прям ослабляй, ага. Да, метр где-то. Ой! Сергей Васильевич! Так, ему значит, надо выйти, давай, да? Сейчас, нет. Сейчас, знаешь, как надо тебе? И корму. О, накатались. Вадим, возьмешь ну, кормовой? А? Еще у нас. Ага. Вот, слушай, я это забыл. Сань, так? Да, да, все. Ага, ну, восьмеркой. Ага. Ну, мы накатались.